В Чебоксарах прошел всероссийский турнир по вольной борьбе на призы Героя России Николая Гаврилова, уроженца нашей республики. Соревнования проходят в Чувашии в 13-й раз. Турнир на призы Героя России имеет статус мастерского. Здесь выступают будущие чемпионы мира и Европы. Сегодня на турнир в Чебоксары приехали 130 спортсменов из 16 регионов России. Генерал-лейтенант Николай Гаврилов отметил, что для него весьма символично, что соревнования совпали со стартом предвыборной президентской кампании. Он очень рад, что Россия примет участие в зимней Олимпиаде. Правильное решение приняли все спортсмены. Все государственные структуры. Мы решили участвовать в Олимпийских играх под олимпийским флагом. Поднятие олимпийского флага во время победы наших спортсменов, мне кажется, наоборот, возвысит. То есть наш спортсмен поднимет не только флаг одной страны, всех олимпийских игр. Сразу после торжественной части начались финальные схватки во всех 8 весовых категориях. Борьба была весьма зрелищной. Спортсмены демонстрировали хорошую технику и силу воли. Звание мастера спорта России получили победители турнира. Адам Малаев – один из них. Тактики такой нету. На ковер выхожу и само получается у меня борьба. На ковре все получается. Я так, тактику никакую не ставлю. Просто ухожу на ковер и борюсь. Все на высшем уровне, все здесь хорошо. Это мне понравилось все это. Хорошо это турнир сделали. Руслан Самарин из Чувашии сегодня стал серебряным призером. В финальном бою ему не удалось победить соперника из Татарстана в весовой категории до 74 килограмм. Не в первый раз с ним боремся, но мы старше. Ну что сделать, соревнования по мужикам? Не хватило. Ну, чуть-чуть функционалки и физически. Чуть-чуть не хватает физических сил. А в полном все хорошо. Серебро тоже труд. Это сила, пот. Много через что проходим. Травмы, не травмы там. Всего было разыграно 8 комплектов медалей. Спортсменам из Чувашии удалось завоевать 3 серебряные и 4 бронзовые медали. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика.